Шукуров. Савицкий отправляет мяч. Якчинин, удар, блокирован, 1-0! Гол забивает Неман. И вот уже бегут парни праздновать. 1-0, Неман выходит вперед. Кстати, футболисты Белшины сейчас бросаются к Каранцу, показывая, что, возможно, там была игра рукой. Но я думаю, на повторе мы все внимательно еще раз рассмотрим. А забивает-то, кстати, Савицкий. По-моему, именно как раз-таки Павел перекрестился сейчас. И такое ощущение, что именно Павел отправлял мяч в сетку. Да, давайте наконец посмотрим повтор. Скидка, Олег Чилин бьет. И здесь Савицкий, да, все верно. Савицкий оказался в штрафной, это был Пасевич на подаче, а не Савицкий. Савицкий забивает очередной мяч в этом сезоне. Молодец, Павел, 1-0, Неман вышел.